Привет, друзья! Сегодня мы будем снимать для Вани видео. Ваня у нас заболел, поэтому... Заменитель я. Ваня заменитель. А вот сегодня у нас биатлон. Будет проводиться в Орехово-Зуйском районе биатлон. Стенд вам уже, наверное, известен. Сейчас будет построение. Вот наша лыжница. Все ее знают. Да. Иди прямо просто. Просто иди вот. Тихо. Иди. О, не спеши, не спеши. Остановите. Видите. Все внимание, техника безопасности, это в первую очередь. Все автоматами, кто ходит, неважно, вверху на стволом, на ремне вести, чтобы затвор был в заднем положении. Двухстволки, если на ремне, то на ремне. Если в руках несете, пополам переломлены, чтобы видно было, что ружья не заряжены. И, значит, вот 6 номеров, будут по 6 человек стартовать. Через полминуты, Дим, или как? Минута. Через минуту. Через минуту будут стартовать. На хвост не садились. Ну, не лежали друг другу. Но кто-то все равно бежит быстрее, кто-то медленнее бежит. Поэтому, значит, вот 6 номеров. Первый, кто приходит, неважно, первый стартовал или шестой стартовал. Если он приходит сюда первый, встает на первый номер и стреляет первую мишень. На втором круге, неважно, каким он придет, он уже стреляет свою мишень. Стрелял он с первого номера, значит, он будет в первый номер стрелять. Вот. Теперь, значит, для всех положений. Вот натянули ленты. Кто будет из команд лезть туда, команды будут наказаны. Стойте, пожалуйста, здесь, зрители, и участники. Не надо мешать. Один представитель от команды может подойти к судьям, что-то спросить, узнать. Но чтобы вот так залазить туда и мешаться там, ни в коем случае не надо. При стрельбе, значит, после выстрелов, гильзы из ружья вынимать, из двух стволов. Автомат он выкидывает, гильзы. Вот. Теперь, значит, такое положение. 4 выстрела, по 2 на каждом круге. За каждый промах минута штрафа. Попал 4 выстрела, значит, нормально. Попал 1 выстрел, значит, 3 минуты штрафа. 2 выстрела, 2 минуты штрафа. 3 попадания, минута штрафа. Так что это имейте в виду. Торопиться особо не надо, чтобы не падать, не спотыкаться. И внимательно смотрите за стволами, чтобы снег не попал в стволы. Где-то упали, где-то чего-то, проверяйте оружие. Оружие снимаем. Да, Дим, слышь, стреляем, да? Слышь, конечно. Слышь, конечно. Вот лыжня где-то примерно метров около 40 до мишени. И вот номера. Первый там, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Напротив мишени стоят номера. Я еще уехал. Чтобы вы в мишени стреляли. Силуэт. Силуэт, черный силуэт. Черные, значит. Черные. А каждый промах. Мы не считаем один, мы считаем попадание. А по границе черного тоже считаешь? Нет, ну еще черную зацепишь, как ты десятку стреляешь, накрываешь. Да ясно. Есть, попал, значит считаем. Здесь черный зацепил, значит попал. Все понятно. Первый. При подходе к судьям, у кого-то номер сбился, его не видно, называйте свой номер, каждый свой номер знает. Подходите, чтобы я записывал, допустим, вот ты стреляешь, я пишу 13 номер и делаю отметку, сколько ты попал или сколько ты промазал. Поэтому подходишь, номер 13, там, номер 58. Наш главный претендент на победу. Да, я не могу. Нет, наоборот, а здесь обратно. Давай, нормально, Наташа. Смотри, что сейчас будет стрелять. Молодец. Головой проверь. Ну, я вроде не падал. Там, наверное, есть шар. Стой, я сейчас... Не понял. Ну, ладно. На самом деле, в черненькое попасть.
А, ну давай, сейчас тебе перезвоню. Давай. Мы снова вас приветствуем на канале Петрович на охоте. Не только мы продолжаем нашу биатлоническую эпопею. Сейчас бежит наш великий блогер Сергей. Сейчас он соберется, разберет. Что делать? Заяц на тропе. Надо идти. Ну ты обратно побежишь тогда, зайди. Бери на втором кругу. Местный вроде. А четвертый сигнал. А он же минуты нападает. Давай, давай, Серега. Старайся. Слышь, говно. Говно. Какие купил? За это ушел? Бля, я его вообще поймал. Он не упал. Да они направо, я им налево, они направо, налево, так направо. А ну это, было, бля, ручка. Кто-то вот направо уходил, если. Ну все, у меня лыжи тоже туда идет. Я не могу поймать. Они не держат, конты вот эти не держат. Надо было, да, на сноуборде там кантри есть. Да, надо приделать железный кантри. Рулевой центральный. Ну-ка расскажи. А, все прикольно. Лыжню ровнее надо. Я неопытный лыжник, они уходят то право, то лево. Не получается. А, в следующем году я лыжи модернизирую, все будет круто. Мотор поставишь, мотор. Да, да, да. Я на шпагат, там все. Да, и там это. Я обогнал одного так. Я обогнал. Но пришло после. Вы наши результаты. Вот закончилось. Закончились соревнования по биатлону. Сейчас будут поздравления. Объявляться призы. Кто что занял. Кто первое, кто второе место, кто третье, кто ничего не занял. Вот. До сих пор еще бегают, время уже 6 часов. Уже темно, как видно. Но так вот, затянулся на соревнования. 70 человек было на соревнованиях. По 6 человек бежало в группе. Вот. Сейчас будут поздравления. Не переключайтесь. Посмотрим, что будет дальше. Ура! Я просто пойду. А что им полагается? Так не помогать. Стакан, ёбка! Опять ёбка. И почётный грант. Потому что, блядь, я не могу. Второе место с результатом 63 минуты 3 секунды. Команда «Радуга». Стулы. Ура! А им полагается. Спасибо. Стакан! И, значит, первое место команды зачете заняла команда Шатурского общего охотников и рыболовов с результатом 61 минут 47 секунд. А им бутылка. Шатура не Орел, не Тула, но тоже город хороший. А можно всех призеров в кучу? Шатура молодцы, вообще. Не значит, Значит, с результатом 36 минут 31 секунда Слашенко Наталья. Ура! Поздравляем! Дарим тебе фонарик. И вот такую штуку. Наташ, вернусь к вам. Так, значит. Блин, смазывай. Стой, не двигайся. У нас еще награждается Мещеряков Николай Иванович. Самый старший участник. Ура! Третье место. Сфотографируйте с результатом 20 минут 5 секунд. Ромашкин Юрий, Шатура. Юра, ура!
результат показал. Второе место с результатом 19 минут 48 секунд. Месилов Александр Иванович. Александр Иванович, что, а? Второе место. Иду. Поздравляем. И первое место в личном зачете Ахметьянов. Первичный коллектив номер 5. 19 минут 3 секунды. Ура! Мы у них отобрали просто, у них дверек нет. Среди первичных коллективов... Теперь понятно, он каждый раз на новых лыжах. Первое место, поселок Миссово. 69.05, получают бесплатные путевки, летняя-осенняя охота. Второе место, первичный коллектив номер 10. Команда первая. Первая. Молодости Сухарев, наш. Карпов, Ушаков. Путевками бесплатными на зимнюю охоту. Третье место. Первичный коллектив номер 5. Вы ничего не получаете. На весенний охот бесплатный путевки. Ура! А поощрительные на этом все. Места какие? Стакан. А можно 5 лет на это? На зимнюю. А какое самое большое? Девятое.